Страна Тиандэ, здравствуйте! Здравствуйте, друзья! И вот снова мы готовы встретить Новый год и Рождество. За праздничным столом, в кругу близких и родных, вспомнить и порадоваться личным победам и победам команд. И не будем грустить о несбывшемся, потому что зачастую, строя планы, мы не можем учитывать обстоятельства, которые от нас не зависят. С одной стороны, это нас расстраивает, с другой – делает сильнее. Оглядываясь назад сегодня, мы понимаем, что благодаря друг другу прожили еще один замечательный год. Не без трудностей, но с ощущением радости и удовлетворенности от проделанной работы и достигнутых результатов. И в преддверии Нового года и Рождества мы вправе надеяться и верить, что наше с вами общее дело, касающееся каждого, принесет радость и благоденствие вам, вашим родным и близким, каждому, кто дорог для вас. Ну а в наступающем году мы обязательно дадим каждому новые инструменты и лучшие возможности. И обязательно встретимся на праздновании 15-летия корпорации, отметив его достижением новых высоких результатов и поставленных целей. Очень хочется пожелать каждому здоровья и любви. Друзья, с Новым годом, с Рождеством!